Так, ну вот смотрим. Приехала Toyota. Очень долго собирался. Корова. Не, ну гробовщика в среднем от 250 за вмятина. Если посчитать по количеству вмятин, то машина столько денег не стоит. Поэтому при больших повреждениях, в большом объеме градин, цена называется за деталь. То есть вот там капот, грубо говоря, 10 тысяч, крыша 20 тысяч, там багажник 30 тысяч, там дверь. Прапорщик с пенсией 12 тысяч. Так, ну вот она наша крыша, то же самое. Мерседес, вот они. Ой-ой-ой, тут что-то упало. Я тебе рассказывал, жало отвертки. Ну, я же смотрю. Есть неприятные вещи. Да, оказывается. Уже года 4. Ну, короче, все, усыпано, посыпано. Богато, щедро, от души. Давай, удачи. Ну, что, вот так. И можно посмотреть, естественно, тут задний ход тоже. Будет награжден у нас вмятинками. Вот, сейчас посмотрим его. Конечно же, все самое. Вот. Но считать смысла нет, потому что я до строки считать не умею. Вот. Включил прибор, в общем, что получается, крыло, вот здесь бочей ходом крашеное наперед, вот, крыло не тронутое, переднее крыло тронутое, эта деталь, капот задний крашеный, передний капот крашеный, бочина крашеная, вот это правое и заднее крыло там. Ну что, просто надо быть осторожными, уже клеевой системой нельзя будет работать, потому что можно вырвать краску. Я всех всегда предупреждаю. Хотят люди, давайте я буду делать, вырву краску, как говорится, ну, что делать. Ну, вот как-то так. Вот такая вот у нас крыша. Конечно, за счет того, что металл здесь на Toyota слабенький. Вот. И повреждения, соответственно, очень сильные. Он сильно проминается. Особенно вот неприятная, прям на конту. Ну ничего, делать-то надо.